Всем привет! Совершенно неожиданно свой день рождения я получил в подарок этот прекрасный набор Ferrari F40 серии Creator и хочу поделиться своими впечатлениями. Я не буду называть это обзором, в интернете уже много обзоров, кто хотел, давно уже посмотрел. Это именно впечатление об этом наборе. Начну я с коробки. Коробка небольшая, в этом наборе больше 1100 деталей. Кстати говоря, для сравнения, в новом топовом вертолете меньше 1100 деталей. Вот он выглядит вот так вот по сравнению. И коробка у него тоже была намного больше, чем это. Ну, это техника, это Creator. С вертолетом небольшая беда приключилась. На коробке мы видим сравнительное изображение с оригиналом. И, на мой взгляд, это не самое выгодное какое-то сравнение. На этой фотографии модель кажется слишком толстой спереди. Но на самом деле это не так. Наверное, это проблема ракурса просто. Также на коробке мы видим размеры модели. 14 на 27 сантиметров. Я посмотрел размеры настоящей машины. По-моему, она чуть-чуть короче, чем должна быть. И она значительно выше, чем должна быть. Может быть, это сделано из-за дорожного просвета увеличенного. В любом случае, некоторая непропорциональность бросается в глаза. Наверное, еще из-за вот этих вот дыр над колесами хочется ее занизить. Также на коробке мы видим 14+. И я впервые понял, никогда не собирал вот эти вот Expert, у меня никогда не было наборов. Я впервые собирал набор серии Creator Expert. И я действительно понял, почему написано 14+. Я всегда недоумевал, думаю, 14+, что там собирает систем, вот у техника там 10+. Нет, это действительно 14+. Здесь столько всякой мелочи, столько времени на это уходит и терпения. Сборка действительно сложная, признаю. Это сложнее, чем техник. Да, шучу, конечно. Ну и на обратной стороне коробки показаны практически все особенности модели. То есть можно все посмотреть и не открывать даже. И здесь мы видим значок Ferrari, что это официальная модель. По-моему, на инструкции я так и не увидел такого значка, то есть только на коробке написано. Ну, наклейки, само собой. Кстати, наклейки, их немного, но они очень мелкие и очень их неудобно клеить, прям скажем. На руле, особенно на круглом тайле, наклейка у меня получилась криво. Я открыл дизайнерское видео на канале Lego, у них тоже она наклеена криво. Наверное, можно было принт сделать, потому что у них есть такого же размера тайлы со спидометром, с принтом. Ну, ради эксклюзивного набора можно было сделать. Это замечание. Все, плохим, пожалуй, заканчиваем. Дальше все будет супер хорошее, потому что это суперская модель. А, вот еще по инструкции пару замечаний. Местами черное от темно-серого было трудно отличить. И здесь такая появилась желтая обводка у новых элементов на сборке. Ну, то есть, чтобы обратить внимание, да, куда смотреть, видимо. Может быть, в этой серии она уже была раньше. Я такого раньше не видел, впервые встретил. Мне не понравилось. Как-то очень, наоборот, местами трудно понять, что имеется в виду. Может, с непривычки, конечно, не знаю. Ну что, давайте на эту красоту посмотрим поближе. Она у нас неплохо ездит. У нее почти все открывается, двери, зеркала можно регулировать, там салон виден, руль с кривоприклеенной наклейкой, кресло мне тоже очень нравится, передняя часть тоже открывается, тут мы видим, наверное, имитацию каркаса безопасности, вот закрывается на что-то у меня не сразу, так, кстати говоря, в передней части у нас еще есть фары, правда они, похоже, не имеют ограничителей, могут в космос светить. Давайте еще раз посмотрим. Хоп. Хоп. И у нас еще одна модель, которая умеет ложиться спать. Перейдем к самой крутой вещи. Задняя часть. Фирменный тройной выхлоп. И все это у нас поднимается. Подпорочка можно так поставить, но так она не смотрится, на мой взгляд. Хотя посмотреть здесь есть на что. Это мы снимаем. Ой. Я сделал из V8 рядную четверку. Вернитесь.
Вот такой вот супермотор. Ну, на фотках лучше видно, конечно. Супер детализированный, это просто какой-то шедевр. Ну, нет слов. Конечно, трудно рассказывать про такую модель. Ее надо видеть живую. Ну, я хоть фотографии покажу. В общем, это очень классная модель. Может быть, вы где-то читали в обзорах, что у нее там нос толстоват или не такой округлый спойлер задний, да, как должен быть. Вот поверьте, глядя на нее, это последнее, о чем вообще думаешь. Это очень красивая модель, супер детализированная. Если вы думаете, брать ее там или не брать вдруг, вообще не думайте, берите, это будет украшение любой полки точно. Ну и, пожалуй, пора заканчивать мой уже затянувшийся рассказ. До новых встреч!